У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. У человека с этим именем есть вибрация, которая наделяет блестящим умом, красноречием, находчивостью и обаянием. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Для представителей этого имени основной планетой является Юпитер, могущественного бога по древней мифологии и самый большой из планет Солнечной системы. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Владельцы этого имени свою жизнь переживают намного больше, чем иные их сверстники. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. Носители этого имени – коммуникабельные и харизматичные оптимисты, обладающие замечательным чувством юмора. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.